В Дагестане продолжается мониторинг цен на продукты питания. Как отметили в Минсельхозе, за последние две недели незначительно выросла стоимость некоторых товаров, в частности, подсолнечное масло и сахар. Относительно стабильной остается стоимость мяса. Килограмм говядины можно приобрести за 430 рублей. Рынки республики объехал министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Батал Баталов. Он отметил, что дефицита продуктов питания нет, так же, как и повышенного спроса на продовольствие. Изменений цен нет. Имеется в виду, есть, но минимально. Незначительно. Незначительно. От трех рубля. Вот некоторые вот продукты сейчас, которые подняли, и до 10 рублей максимум. Да, то, что подняли. Касаем мы сельхозпродукции. Яблоки, например, как продавали, вот от 40 до 60 рублей она так и стоила 2 месяца назад. И сейчас тоже то же самое. Можно сказать, такого активного сбыта продукции нету. Все жалуются, что покупательная способность ниже, чем вот чуть раньше. Цены поэтому, как мне объяснили, на плодовощную продукцию практически там цены, разница вот в этих ценах, оптовые базы там и вот площадки, рынок, допустим, Буйнакский, там буквально 5-10% накидывают на плодовощную продукцию.